Нам надо решить, как будем делить дом. А ты читала завещание? Родителям принадлежал еще участок леса. Отец убит, мать пропала без следа. И ты здесь ничего такого не чувствуешь? Я мало что помню. Я такого никогда не видел. Как будто деревья умерли в каком-то году, а потом продолжили расти. А это возможно? Нет. Что за чертовщина тут происходит? Мы приехали не на сеанс психотерапии, а наследство делить. Я вспомнила. Не стучи. Скоро на экранах.